have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы идем мочить психа на втором этаже. Попробуем, по крайней мере, я не уверен. Ну, как бы, для меня как бы удачная попытка, если все трое выживут. Погоди, а ты тут что делаешь? Стой, Марина, Соня, мы опять встретились, а что ты тут делаешь? Да знаешь, просто зависаю. В запертой комнате. Похищенное, всякое такое. Но хватит там мне, как у тебя дела идут? В смысле в запертой комнате? Тут дверь открыта была, я это выломал еще днем. А кто тебя тут запер? Так называемый мэр. Ну, ты просто понимаешь все это дерьмо. Он такой же новопришелец, как и мы. Что-то очень странное с ним случилось. Со всеми тут что-то странное случилось. Я не понимаю. Это мой родной дом. Он не был таким уж и плохим, когда я последний раз его видела. Тут всегда была достаточно большая доля крипов, религиозных фанатиков, но это новые высоты, новые вершины. Скорее, новое дно, я бы сказал. Или новое дно, как-то, смотря как посмотреть. Я думаю, пора собирать свои вещи и валить. Не против, если я с тобой побуду пока что? Not at all, nice. У нас появился четвертый человек, я как раз стал задумываться, почему она напугана? Так, хорошо, давайте мы ее вооружим, у нее нож. Давайте посмотрим, что у нас есть лучше ножа. Не винтовка. Нет. Нож неплохая штука, но вот плюс 25, погоди. Что у нас будет покруче, чем плюс 20? Нет, не винтовка. Получается, меч это самое лучшее, что у нас сейчас есть, да? На голову у нас ничего. Аксессуаров у нас нету. Ну вот так вот, бах, рандомно мы получаем четвертого человека. Очень классно. Если убить психа, мы можем тут сохраниться сейчас. Короче, давайте пробовать. Потому что мы банда! Я как раз думал, как бы мне получить доктора четвертого, но нам даже получается... Нет, доктор будет, кстати, наверное... Я не уверен, что он умеет. Мне просто кажется, что доктор будет покруче. Давайте все просто ему руку отобьем. За 3 удара мы ему руку отбиваем. И по торсу. Так. Он там что-то скалится. Погоди. Мы ему отбили руку, и он скалится. Это нехорошо. Надо отбить ему вторую. Неплохо. Он перестал скалиться. Значит... Ревап. Давайте реваемся. Я не буду ждать третьего. Он оглушен. В этой игре как бы сила в числах. Все, мы его убили. Я тут сейчас приготовился к жестокой бойне и тысячи загрузок, а вы видите, это все практически в прямом эфире произошло при вас. Отпилить ему к черту голову. И надо пойти теперь сдать головы. Так, тут можно... Нет, погодите, рисовать я пока ничего не буду. Обыскать. Камень души. Ага. Зуртил Circle? Не-не-не-не-не, рисовать я... Черт. Что из них, чтобы сохраниться? Press F to pay respect, да? Пойдемте. Я сейчас чувствую себя прям гораздо лучше.
при всем при этом. А Белла у нас все так же в плохом состоянии, но, по крайней мере, нас теперь чет... Так, не-не-не, к мэру я не пойду. Как бы, скорее всего, мы его тоже убьем, но он нас хорошенько покалечит, поэтому не будем торопиться с выводами. Внизу я уже был, ключ я уже получал. Идемте тогда, сейчас. Старый город нам сюда... Я не помню, куда нам... Ну, пойдемте сюда. На самом деле, нам сейчас, я не знаю, чего бояться. Потому что мы вроде как затащили. Так, капканы. Вот, да, капканов нам бояться. От капканов никто, блин, не застрахован. Сюда нам не надо. Минутку. Я же вроде обе головы отпиливал, да, поэтому... Кстати... Что думаешь по этому поводу? Groups. Да-да-да, мы это уже зачитали. Давайте я ее тоже убью. Может, позже. Но она же потом во что-то вроде превратится, да? Давайте. Я ее уже один раз убивал, я не помню, на запись, не на запись. У нее пистолет. У меня, кстати, солдат, который наркоман, вот он мне не очень нравится. Так. Ха! Промазала. Так, хорошо. Реваемся. Промазала дважды. А почему другие не атакуют, извините? Потому что чисто я напал. Ну хорошо. Вот. Бесконечную душу поглотил. Значит, давайте мы ее обыщем. Пули, пистолет, пилотский джекет. Ну, курточка, да. Давайте голову отпилим. Потому что Pocket Cat принимает головы. У него такая валюта. Так, голова Карины, трофей. Супер. Минуточку. Броньку я бы... Кому бы я отдал броньку? Ты у нас... У нее, кстати, что-то есть. У тебя... Давай вот это вот джампсьют. Джекет лучше будет, чем джампсьют. А... Блузка. А у тебя джампсьют будет лучше. Ну, хорошо. Поменяли их немножечко, сделали рокировочку. Меня, в принципе, наверное, устраивает такая штука. Вы, наверное, сейчас потом в комментах напишите: «Ты что сделал?» и всякое такое. Хотя, может, и не напишите. Я без понятия. Да, чуваки, насчет того, что Бобби надо бить по голове, спасибо. Я честно забыл про эту фишку. Я вспомнил то, что нужно топтать, а да, потому что нужно бить по голове, я забыл. Давайте этого чувака быстренько ушатаем. Я уже не знаю, сколько раз я тут всех убивал. Ну вот это будет очередной раз геноцида деревни этой. У них там то ли шиллинги, то ли... А, рука и нога, отлично. Чувак, головы. Ты заметил, что Марина больше не в твоей пати. Куда она пошла? Она что сказала? Да я ее поищу. Давайте ее поищем. Так, наверное, сюда не стоило заходить. Ну хорошо, мы сейчас посмотрим, что он дает. Возможно... Я даже не знаю, что. Так. Классные декорации. Но мне нужно больше. Дровосека и этого. Так, на тебе голову дровосека. Это мы уже отдавали. Да, декорации. А почему оно так каждый раз заново приходится разговаривать? На тебе голову этого монаха-посвященника. Теперь стена завершена. Shield of the four. Щит четверых. Насколько это хорошая вещь? Нет, погоди. Вот это. Ну, погоди, я же двуручное ношу. Значит, вот так и вот тебе. Да. Equip. Аксессуар. Значит, Defense +2, Magic Defense +6.
На самом деле неплохая штука, но я бы не сказал, что она прям офигезно крутая. А где тогда деваха-то подевалась? Атаковать. Давайте, наверное... Зачищу тут все. Я не знаю, зачем нам тут по второму, по третьему, по четвертому разу ходить. Можно все... Ой, там крыса, кстати. 2 шиллинга. Крыса сбежала. Сюда пройти никак нельзя. Я бы, наверное, такой, что... сохранился бы, когда нас четверо. Пусть даже настанет следующий день. Но... Ладно, черт с ними. Не нападают и не нападают. Куда она могла... Ой, я тут маслечко забыл взять. Я тут шиллинги забыл взять. И тут мясной пирожочек забыл взять. Я этот угол вообще не обыскивал. Цып-цып-цып. А куда ты делась? Она просто не захотела туда заходить. Ну куда она могла деться, я без понятия. Подземелье. Так, ничего не слышно оттуда. Ну-ка, спуститься. Это ж те, которые... Ну-ка. Я здесь, ну, я же здесь был. Мел. Или не был. Тут все открыто. Ну да, я тут был. Ну, то есть в одной из вариаций я тут был до того, как загружался 1000 раз. Офицерский меч, но у меня такое же есть. Ну, то есть, да, тут кроме ящичка. Тут есть еще аппарат. Так, меня бы тут привязал, кстати, наркоман тогда на цепь. Аппарат для прокрутки ленточек, вот этих вот проигрывателей, но вроде как не нуждаемся. Так, короче, ребят, я тут сейчас немножко похожу, посмотрю, если будет что-то интересное, мы включимся. Так, ребят, открылся гроб, и на меня вылезла вот эта вот фигня. Я не знаю, как и что, почему. И когда я прошел в одну сторону, этого не было. Ну, я не скажу, что у меня хорошие впечатления по этому поводу. У меня как раз Леви еще не успел... Ну, он похавал, но он не успел... Оно поржало надо мной. У всех минус жизни. Как только я подумал, что у меня начинает что-то получаться, игра такая: а, нет, чувак, тебе кажется. Ну, почти убил. А, ты еще и промахиваешься. Ты молодец вообще. Короче, сейчас в любом случае придется загружаться. У меня такое ощущение. Из чего сделаны твои руки? Не подскажешь, пожалуйста? Оп, оп. Оп, оп. Что это за дэмэдж? Ребят, подскажите, пожалуйста, что это, блин, за дэмэдж такой? Что мне с этим делать? О, о, неужели это произошло? Мы отрубили одну, блин, руку. Понятно. Ай, это уже бесполезно просто. До свидания. Мы все равно сейчас пойдем на загрузку. Короче... Что я сейчас предлагаю? Я предлагаю захватить девчонку, пойти убить этого психа в доме, но сюда уже не ходить пока что.
Ну что ж, ребят, я убил сектанта и также пошел убил Карину. На этот раз, кстати, Леви прилетела разочек. Но фишка в том, что ты начинаешь с ней драться один. Если она в кого-то попадает, то этот человек тоже начинает с ней драться. Вот так вот получилось. Но он она в него попала, я ей отпилил голову. Мне что интересно, я сейчас хочу тут сохраниться. Если мэр не придет, то сейчас должно быть по-нормальному. Но дело в другом. У меня, получается, я получил душу из этого сектанта, кроме того, что я отпилил ему голову, возможно, я смогу в Хексин еще что-то прокачать. Вот, да, видите, я вторую убил. Этот мужик, я не знаю, я его не убивал, возможно, он скопытил. Или это он Погодите, это он превратился в наркомана в подземелье? Это я его убил, да? В общем, скажите мне, так это или не так? Так, мне в Хексин, пожалуйста. Я могу что-то прокачать? Атака плюс один, черт. Это у нас... А у меня две души есть. Во-во-во, я понял, куда я иду. То есть, получается, я могу вот это. La Danse Macabre. Или же... Pursuit. Lockpicking. Lockpicking — это хорошая вещь. Я бы пошел сюда, например. Agility. Attack Defense. Magic Defense. Так, хорошо. Похоронить травму. Так. Order и charge. Это, возможно, для команды неплохо будет. Я без понятия, что это все такое. Я первый раз, наверное, сюда зашел. В местный Хексон. Он кровавое жертвоприношение. Медитация. Великая медитация. Spice Forge. Пиромантический трюк — это то, что у меня есть. Я не могу, наверное, от него пойти. У меня есть... Погодите, я могу некромантию? Да? Да. Ну, конечно. Теперь я смогу поднимать вот этих вот, которые там валяют. А скелеты тут интересные. О, кровавый голь! Я не знаю, что это такое. Черный. Атака плюс один, атака плюс один. Погодите. Так, насчет медитации. Уж случайно не лечение ли это? Медитация и великая медитация. Танц макабры. Короче, ребят, у меня осталась еще одна душа, которую я могу потратить. Но некромантия, я понимаю, что это я хочу. Это давайте я сейчас кофеечку даже глотну. А, прям неплохо пошло. Я одну душу оставлю. Скажите мне, пожалуйста, что на нее прокачать, потому что я в этом Хексе не разбираюсь. Я пока сохранюсь. Сейчас начнется второй день, я так понимаю. Поехали. Нас четверо, мы прокачали некромантию, и начинается второй день. Ну, что ж. Under Sulfur Sun. Ладно. Нас все еще четверо, да, нас все еще четверо. Мы одеты, у нас неплохо, ну, относительно неплохо по жизням. У меня ощущение, что каждый следующий день он будет становиться жестче и жестче. Или вы мне даже это писали в открытую, что так и будет. Так, most pleasant meal. Надеюсь, вам понравилось, да, еда. Она очень понравилась. Итак, поехали теперь все-таки. Я хотел найти Дока. Дока я не нашел, к сожалению. Вот та смерть, которая вылезла. Черт побери. Я не хочу туда сейчас идти. И, наверное, днем она не вылезет, хотя кто его знает. Но меня больше смущает... Мне не сюда. Меня больше смущает, что когда мы идем сдавать квест с головами, головы у нас есть, но вот эта деваха от нас уходит, а мне нужно, чтобы нас было четверо. Поэтому я пока что предпочту, наверное, не сдавать этот квест. Даже вот настолько. Я понимаю, что я получаю там неплохой артефакт, но мне быть... Стой, я могу тебя поднять? Beat him, leave search... Use necroman... Использовать некромантию. Я могу их использовать просто как ходячее мясо. Отлично, это просто суперские новости. То есть даже
Если я потеряю кого-то из своей пати, мне это, конечно, не хочется, чтобы произошло, но все же, если такое случится, я могу просто за счет бутылочки пивасика вернуть себе кого-то в команду. А, она все равно уходит. Может, ей куда-то нужно было. То есть она все равно уходит, да? Предлагаю тогда сделать по-другому. Давайте мы сейчас загрузимся с того момента. Я у нее заберу вещи. Раз она все равно уходит. И я тогда подниму себе зомбичка. Попробуем, как это будет. Да, второй день. Да-да-да-да-да-да-да. Итак. Это очень печально, то, что она уходит. Remove. Раз она уходит, я ей ничего не оставлю с собой, к сожалению. Хочешь по-плохому, будет по-плохому. Тогда пойдем все-таки сдадим квест. Не сюда опять. Пойдем все-таки сдадим квест, получим награду. Я себе подниму зомбичка какого-нибудь. Может быть, даже которого на месте мы вытащим. Блин, погодите, а людей с отрубленной головой поднимать уже, наверное, не... О, интересно, этого солдата поднять можно будет или... Ну-ка, подожди. Да. Я, наверное, это и сделаю. Я подниму себе именно солдата. Ну, он, может быть, будет покрепче, чем обычные вот эти вот ложки из деревни. Так. Вот это все. Получается, я могу любое ячмо вот такое себе поднять, да? Отлично. А если убивают кого-то из моей команды, то я могу у них просто отпилить голову. О, погодите. Ну вот, в смысле, использовать некромантию. Ага, душа слишком грязная и, ну, короче, порочная для того, чтобы вернуться. Некромантия не... А я потратил? Нет, майнд вроде не тратится при неудачной попытке некромантии. Блин, а вдруг эта фигня опять вылезет сейчас ко мне? А я не хочу. Из какого гроба она тогда вылезла? Да-да-да, куда она ушла? Так, давайте я получу, сдам квест, пойдем дальше. Одела защитную амбеллу, потому что она мне сейчас более ценный ресурс, пожалуй, чем Леви. Хотя бы потому, что она не наркоман и она наносит нормальный урон. Давайте я попробую сейчас того солдата поднять. Но опять же, видите, не все и не всегда получается. Поэтому нужно аккуратненько. Вот этих, я думаю, что я смогу поднять. Эти просто тушки. Давайте будем посмотреть, как оно получится. Алло, прикиньте, лошадь поднять. Ну это же тоже некромантия. Так, хорошо. Использовать некром... А ты меня атаковать не будешь? Ага, теперь его можно назвать. Гуляш. Гуляш не восприимчив к боли и страданиям, через которые он прошел. Он без стыда чешет пах. Ну-ка. Привет, гуляш. Он голоден. Интересно, что будет, когда он дойдет до голода. Ну, короче, майнд у него, наверное, не просаживается вообще. Стоп, а я разве не заплатил свой майнд за то, что я поднял его? Я разве не сошел немножечко с ума от этого? А Белла начинает голодать. Ну, на здоровье, Белла. Но гуляш от меня никуда не уйдет. А я могу его вооружить? Погодите. А, нет, я могу дать ему только аксессуар, или же...
Погодите, а у него хорошая армейская униформа. Давайте мы ему дадим вот это вот то, что похуже. Ну, даже если он сдохнет, он сдохнет с чем-то похуже. А я у него заберу хорошую форму, которая на нем есть. Интересно, как он будет драться. Ну, то есть, вы мне говорили про первую часть, что там гули это довольно слабое существо. То, что он типа дерется руками, да, и используется просто как пушечное мясо. Но я здесь не видел скелетов, наверное, пока что. Вот. А вот тебя можно? Слишком грязная душа. О, погодите, он же сказал, приходите завтра. Я пришел завтра, и чё? А, привет. Добро пожаловать в мой магазинчик. Он держит что-то, что представляет собой ребенка, но это скорее кукла при ближайшем рассмотрении. Но ему не особо это важно. Чё хотите? У вас есть 41 шиллинг. Погодите, я могу. Я бы на самом деле тряпочек купил бы и хилочек. Blue Veil. А, ну практически бесконечный. Так, тогда я возьму две тряпки. И еще одну хилочку. Вот это сейчас красиво было. Значит, тряпки мне нужны как минимум для того, чтобы перевязываться, потому что их тут довольно трудно найти. А хилочкам я сейчас подлечусь. Погоди. Причем, наверное, сразу. Ну что ж. Нашли место, куда шиллинги девать. Окей. Меня это вполне устраивает. Так, а... Вы оказываетесь посередине события. Марко. Полегче. Это было просто большое недоразумение. Мы продолжим нашими разделенными путями. И каждый останется жив до завтрашнего дня. Легко почувствовать... Он инвалидная коляска. Легко почувствовать... Неправильно, когда смотришь дуло пистолета. Не стреляйте. Зачем я это сказал? Брянский лейтенант улыбается тебе. Непонимание говоришь? Ну ладно, живи и учись, как говорят. Ага! Нет, погоди, это неправильно. Это неправильно, это сюда совершенно не подходит. Я глупый. Глупый я. Ты даже не пытался остановить меня. Это делать тебя соучастником. А что случилось? Я не так уж хорош с объяснениями. Я даже не буду пытаться объясняться. Он сам напросился. Если это поможет тебе уснуть ночью. Думаешь об этом? Думаешь, фестиваль как раз об этом? Об убийствах? Скорее всего, да. Петли нас against each other. Сталкивает нас одним один с другим. А почему ты так думаешь? Ты же видишь этот сон с первого дня, правильно? Это же то, что он сказал. У меня нет интереса принять участие пока что в фестивале. Как тот парень сказал, мы продолжим нашими отдельными путями, и все останутся живыми до завтра. Полагаю, нужно представиться. Я лейтенант Пав... Лейтенант Пав? Запомни это имя. Лейтенант Пав. Коляска? Ну, наверное, уже поздно для коляски, да?
А, так, ну, дружище, давай. В смысле? А, wheelchair. Специальный wheelchair. Забрать его. Ну-ка, обыскать. 3 шиллинга. Combat jacket. Голову. Наверное, да. Пила треснула. У меня же есть вторая. Есть. То есть пила на определенное количество голов у нас идет. Забираем голову как трофей. Насчет коляски. Хочу ли я пойти отнести эту коляску? Так, тут же у нас ничего не поменялось. Короче, ребята, у меня сейчас довольно неплохое сохранение. Даже несмотря на то, что мы там вчетвером, но там недолго идти до вот этих вот мест, чтобы воскресить зомби, ну, гуля и всякое такое. Поэтому вот сейчас мы еще сейчас походим, посмотрим. Фишка в том, что у меня сейчас даже нету места под персонажа. Но я могу отнести коляску, она у меня вот есть. И мы можем, если что... А днем Бобби будут ходить? Наверное, же будут. Да, мне говорили не игнорировать. 2 шиллинга, кстати. Ну да, теперь я вижу смысл в шиллингах, если что. Пила, отлично. Мел, отлично. Ага. Прострелена голова. Красная травка, супер. Так. Ну, вот этих я воскрешать не могу, потому что это, ну, как бы, вроде как сюжетные. 9-миллиметровые пули. А, так. Когда голова замрет, да? А, давайте я попробую вот такой порядок. А гуль будет атаковать рандомно. Да, он атакует рандомно, как... Ой, отлично, его бей, да-да-да, все хорошо. Так, реваемся и атакуем торс. Нет, погоди. Ослаблен. Э, а ты его чё бьёшь-то? А ты чё промахиваешься? Но у него голова не останавливается, если что. Да не бей его, прекрати! Два раза уже промахнул. Да хорош! Блин, ты не офигел там столько махать этой дубинкой? Бесит. То есть он дважды за один ход этой дубинкой машет. Ну, вы нормальные вообще? Я понимаю, что у него там три руки, у каждой руки есть свой ход. Хватит бить его! Бесит на самом деле. Голубое зелье, отлично. Как раз тебя избили, тебе и дадим на. Тут ничего. Пирожочек. Vegetable. Так, мука. Их тут один или их тут два? Вот что мне прикол. Ты один и тот же ходил или же... А нет, их тут два. Не-не-не-не-не, все, чувак, забей. Не про тебя вообще. А по Хуану ли сомбреро, так скажем? Погодите, у меня две головы. Если это вторая считается голова вот участника, сейчас посмотрим. Да, Pocket Cat. Давайте я разговор с ним пропущу. Так, знаете, за одну голову тоже можно что-то купить. Можно рецепты купить, но мне больше волнует алхимелия. У нас вроде как вторая. Давайте я куплю первую, там где про травы говорится. По-моему, это первая. А третья? И третья. Отлично, да, кстати, та вторая голова тоже считается голова участника. Ну и супер. Если я сейчас провтыкал... Да-да-да-да-да, хорошо.
Да, хорошо, чувак, все, давай, до свидания. Если я сейчас провтыкал, это будет крайне обидно, потому что мне кажется, что... Алхимелия том 2, алхимелия том 3, алхимелия... Вот, да, у меня теперь все три алхимелии есть. Вот, первая это травы, вторая у меня была, и третью... Так, а скрафтить... Нет. Вот, скрафтить вещь. Из синей травки и красной травки можно скрафтить что-то хорошее. И из зеленой этой можно скрафтить что-то хорошее. Так, из масла и из желтой... Финиш. Так, хорошо. У меня есть, получается, одна хорошая хилка. Mix of herbs. Вот. Body health 75. Оно сразу показывает, сколько оно восстановит. Отлично. И теперь третью алхимию тоже надо прочитать. Она у нас про что была, я не помню. Ага. Синяя это Super Sense и Greater Healing. Blue and Blue. Отлично. А что мы можем еще скрафтить? Вот, Pep Pills. Если мы... у нас будет Light Blue Vial. Она делается из двух Vial. Так, так, так. Все, хорошо. А вот это что будет... И это что будет? Murky Wild. Ну, вот покрафтили немножечко, посмотрели, как оно. Я могу еще, конечно, такое сделать. Давайте посмотрим, какой оно эффект будет иметь. Раз нам пишут. Так, ты у нас спасаешь от этого. Это табак, это понятно, зеленое. Ага. Вино красное. Смесь трав... А, это и защищает от отравления и от заражения крови. Отлично. Так, cloth fragment. Что у нас по мозгам? Нормально, по голоду скоро придется кормить. Отлично. Вот. Прям вот, вот это сейчас было прям неплохо. Белая зелька. Пивасик. Тейлс, мне кажется. Железное копье. Так, слабеет от голода, вот это мне не надо. Давайте мы сейчас покушаем, наверное, вот высушенного мяса с хавой. И давайте мы, наверное, копье дадим. Фишка в том, что оно двуручное. Но на самом деле, мне, наверное, это пока что не смущает. Квип. А, погоди, оно такое же по дэмэджу. Ну, тогда смысла нету. А, знаешь, что я думаю? Надо посмотреть, сколько у меня... Сюда. Вот. А, надо дать ему винтовку. У меня же еще пистолет есть, да? 23, 27. Давайте ему винтовку. И давайте посмотрим, сколько у меня патронов винтовочных. 11, это неплохо. Раз мы сейчас файтимся, пусть он лучше стреляет. Потому что он бьет слабо. Так, в эту сторону я уже ходил? Ходил, это я помню. Заперто. А ну как бы, я же могу ее выломать. Это же деревянная калитка сраная. Звук, чего я могу? А, осы, точно. Водка и фонарик. Ой, там эта бабка-крысятина наверху, да? Выломать дверь.
Я могу и выломать, но мне это просто не надо. Зачем мне эту бабку убивать? Черт, зачем я сюда иду? Зачем мне ее убивать? Ну ладно, черт с ней, давай. Ага. Выломать. Я потрачу патрон на то, чтобы ее выломать. Да, я ее выломал. ЁПРСТ, что тут происходит? Фрагмент тряпочки. Светло-синий этот флакончик. Блин, этот патрон того стоил. Я понимаю, что мы могли не тратить патрон, что мы могли его выломать просто так. Эта тварь там, нет? Но она сюда не заходит. Да. Она сюда не заходит. Она сюда заходит! Не успел убежать. Просто выносим ее, ребят. Давайте по-быстренькому. Он ей голову, что ли, оторвал? А, так, обыскать, ничего не нашли, отпилить голову, да, давай, я без памяти, кто это, отпилим голову, у нас есть пилы, у нас с этим все нормально. Некромантию, ну типа эта душа будет, не поддается, да? Да, ну то есть определенные NPC-шки, с которыми нет. Которые да, но которые меня токи, это было... Гуляш начинает голодать. Поздравляю тебя, Гуляш. Хорошо, а что там дальше? Кроме мусорных баков. Блин, я не посмотрел, что я взял. Пеппилс. Я могу пеппилс и легкую эту смешать. Ну, в смысле, светло-голубую. Давайте вот эту говно попробуем. А почему у вас два? А почему у всех блевота? В смысле ты промазал? В смысле ты промазал? Блин, оно на меня насрало. И укусило. Ну вот, обалденно просто. У него по 4 хода. Вы мне такие, эти собачки слабенькие, говорили они. Дерись с ними, говорили они. Зачем я это сейчас сделал? Так, давайте я ее тоже потопчу. Обыскать. Ничего ценного, офигенно. Так, заражение крови. Ну, великолепно же просто. Идеально же. Зеленая травка. На тебе. Чувака отпинали, заразили. Офигенно. Так, мы тут были внизу? Нет, не были. Тут двери. Что за... А я уже не избавлюсь от него, да? Что за... Нет, ну что за Джаггернаут? Давайте подеремся с ним. Мне интересно, кто ты такой. ЁПРСТ! Я бы предпочел, наверное... Отлично, выбили ему ногу. Отлично, блин, он меня по голове вот этой фиговиной мотнул. Давайте молоток ему выбьем сначала.
ослаблен. Супер. Я, наверное, зря трачу патроны. У меня такое легкое ощущение. Вторую ногу ему выбили. Так, он там этой штукой пытается что-то сделать. Отлично, отрубили вторую. Надо его скорее мочить. Бам. Бам. Как ты пром... Мазал, блин. Ууу, красиво, крит. Побить его. Я теперь всех буду пинать, мне пофиг. Обыскать. Угу. А Белла, кстати. Осло Белла. От голода. Давайте тебе, наверное... У меня есть гуляш. У меня есть обычный... Есть обычный гуляш. А, и голову давай тебе спилю тоже. Ну, мало ли, знаете. Просто идите нафиг. Иду я такой, иду, и тут вот эта фигня выскакивает. Не открывается. Открывается. Ага, меня сюда уже не выпустят. Пока я что-то не сделаю. Хе-хе, дратите. Тулбокс. Мастер ключ нахожу. То есть тут я смогу открыть все двери. Там в подвал. Леви начинает чувствовать себя голодным. Кстати, 42 у него. 70. Всех покалечило, всех побило уже. Черт. Тулбокс. Я думал, это душ, это телек. Меня туда сейчас затянет. Я знаю, как это работает. Я не хочу туда подходить. Черт с вами, давай. Ты можешь видеть только шум, погоди, там какие-то фигуры прорисовываются. Current source, Poltava News, Shocking Acts of Crime in the Heart. Шокирующие акты преступления в центре Прохевиля. О, я тебя убивал. Это Карин Сор. Добрый день. Это сообщаю из Прохевиля. Такое страшное убийство никогда еще раньше не случалось в Прохевиле. Трагедия на 28-й улице. Самое выдающееся и пугающее событие, которое сотрясло сердца жителей. В одном из жилых домов. Так. Ага, тот человек, которого обвиняют, он никогда не был подозрительным. Все жильцы могут описать его как спокойного человека, который проводил время сам с собой в основном. Но, несмотря на это, внутри человек был монстром. Жильцы квартир 2, 6, 11, 13 были убиты самым ужасным способом. Ага. Телевизор опять покрывается шумами.
Я не запомнил квартиры. Ладно. Так, сколько патронов я потратил, кстати? Надо будет посчитать. Не, по-моему, на один файт еще должно хватить. В крайнем случае, ему потом можно дать пистолет или что-то такое. По крайней мере, таким образом он наносит дэмэдж, даже когда он не под кайфом. Ну, поехали лутаться. Второе. Использовать мастерки, конечно. Закрыто просто. Ой, я могу тут поспать? А, нет, подождите. Ну, тут можно сейвануться, если что. Бля, ну все выглядит таким черно-белым. С другой стороны, чем мне тут сейвиться, я не могу из гостиницы выйти, пока я, скорее всего, не решу тайну этой самой гостиницы. Я так понимаю, что все вот эти вот вещи смотреть бесполезно, потому что оно все такое серо-белое. Я, скорее всего, сейчас даже в другой реальности какой-то нахожусь. Мне нужно искать... А, плесень уже заросла дверь, поэтому не открывается. Да, открыть. Тут тоже можно поспать. Ну, эти вещи не активны, так я понимаю? Ну, то есть отдается описание, что это за вещь, кроме кровати. Еще одна запечатанная дверь. В общем, не запечатанная, можно открывать мастер ключом. Ага, дверь не открывается, возможно, там есть какой-то дополнительный замок внутри. Да. Погоди, а там force open было? Было. Так, погоди. Давай я тебе мид пай дам, потому что ты скоро развалишься. И, пожалуй, Леви нужно поменять пушку пока что. Пусть будет, так, минус 7. Вот. Iron Spear. Но же такого же дэмэджа, да? Да, хорошо. Пока будем ломать двери. Посмотрим, получится ли у нас втроем с половиной выломать эту дверь. Промазал, красавчик. Давай еще раз. Я знаю, что он немного дэмэджа даст, но мне кажется, что этого может хватить. Нет, этого не хватит. Хорошо, ходим пока так. Пока так, пока так, пока так, пока так. Тут тоже можно поспать, отдохнуть. Ага, мне пока подсказывают, что самоубийство всегда. Опция так. Твою за ногу, ты кто такой вообще? Двадцать семь. А, отбили конечность, хорошо. Ай. Тут просто ай. Давайте им попробуем вторую конечность отбить. Ну, нет! Что это из тебя лезет, блин? Этого бей сколько. Его он главный... Это что-то сраные звуки. Так, во-первых, ударить его. А во-вторых, обыскать. Ржавая труба, отлично. В-третьих, отпилить ему голову.
А Белли тоже отпилю голову. Я все равно буду загружаться. Я... Голова соседа, отлично. А Белла. Ага, Белли я не могу отпилить голову. Погоди, я не могу ее воскресить. Я имел в виду Абеллу. Это понятно, что я не могу воскресить. Ну да, короче, смотрите. Ходить с обычными чуваками, ходить с зомбаками — это разное. Просто зомбаков можно использовать как пушечное мясо, чтобы их били и всякое такое. Да, это неплохо, кстати. Так. Так, тихо. Бла-бла-бла. Мы открываем, заходим. И сколько таких соседей тут будет? О, ящик. На самом деле пофиг, что я открою. Фенсингом. Что, блин? А, мне, кстати, все ее вещи выпали. Так это мы оптимизировали. О. Items. Booby trap. Ловушка. У меня есть ловушка, которую я могу... О, неплохо. Pull duct tape. Pressure plate. Ага. Кстати, ребят, напишите все-таки мне насчет этой штуки. Так, очищающий талисман. Ладно. Пойдем разведаем уже дальше, что тут творится. Я, скорее всего, не выберусь отсюда. У меня такое ощущение, что... Втроем нам, ну, вдвоем с гуляшом нам тут делать нечего. Так, эти две двери запаяны. Сюда можно зайти. Тут проломана стен. Каш ты ж. Боджик, это ты? То есть тебе нужно толкнуть на что-то куда-то. Вроде не произошло. Возможно, в определенном порядке надо ее куда-то толкнуть. Гуляш слабеет от голода. Чувак, тебя еще... А, тебя можно, скорее всего, вот этим вот говном кормить. Ну да, у него отравление, но мне как-то на это... Чем я это все делаю? Там, скорее всего, связано с тем, что нарисовано на нем, и то, что нарисовано на полу, это же одно созвездие, да, получается? Зачем я все это переставляю? Скорее всего, бесполезно. Ладно. Посмотрим. Телескоп. А-ля-ля-ля-ля. Это все крайне интересно. Я понял, там пол скрипит. Самый прикол, что у нас в начале каждого видео есть маленькая отсылочка к Валькирии. Вот. И мне почему-то вспомнилась ее фразочка. This all is very interesting, but stupid. Сейчас еще один сосед на меня выйдет. Что я, блин, ищу? Я могу провалиться, кстати, наверное, в одну из комнат, которые... Давайте я провалюсь. Может, надо, чтобы нас было четверо, чтобы туда провалиться? Ага, Ливи слабеет от голода. Отлично, доходились. На тебе мид-пай. Здоровье. Да, эти двери залиты говном. Наверх дальше я не пройду. И, а что мне тогда дальше в этом доме делать?
типа. А, все? Нет, не все. Меня отсюда не выпускает. Ну, тут есть какая-то загадка, я понимаю. Вот я сразился с монстром, вот там пол, который проваливается, который не проваливается. А, подвал, точно. Я ж в подвал еще не ходил. Тут сейчас будет какое-то говнецо. Это известный факт. Так. А тут закрыто. Нет. На эти ящики залеплены. Дверь. Ага, вот коробками тут заставлены. Это котельня. Котельня. Ага, стиралка. Ввести пароль. Попробовать от... Ну-ка... Пароль — это цифры комнат, которые нам говорили. Да, я их не запомнил. Черт, наверное, надо было... Открыть ее силой. Голиша, кстати, потихонечку травит. Да, он сдохнет, скорее всего. Пароль, наверное, это все-таки количество, ну, те комнаты, в которых произошли убийства. Короче, ладно, ребят, смотрите, у нас уже просто хронометраж заканчивается. Я не хочу сейчас гадать. На удивление, сегодня серия прошла прям хорошо, интересно. Я буквально пару раз загружался по мелочи. У меня довольно удачное сохранение. В общем, смотрите. Да, я, наверное, получается, загружусь еще с девахой. Потом пойду, сдам головы. Подниму гуляша. Я думаю, я возьму опять именно гуляша. Вот это он мне нравится. Вот. А потом мы с вами давайте уже обсудим, как и что. Во-первых, напишите мне, что в Хексоне дальше качать, потому что вот я прокачал некромантию, мне это нравится, но что там дальше, я без понятия. И мне бы какое-нибудь самолечение, типа шепота, знаете, как из оригинальной части, но я не знаю, в какую сторону идти, так ли оно называется в этой части. А во-вторых, что с этим домом? Правильно ли моя догадка, Антон, насчет кода и всякое такое? Вообще, стоит ли мне в этот дом заходить, и что оно, зачем оно? Оно интересно, конечно, но я не уверен, что оно мне надо. Ну и вообще пишите ваши соображения. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем малышек. Всем покеда.